проблеме сохранения амурских тигров внимательны не только взрослые, но и дети. На выставке «Властелин тайги. Весточка» с детского культурного форума, которая приурочена ко второму международному форуму по сохранению тигра, гости мероприятия смогли увидеть большое количество картин и несколько десятков писем от ребят с пожеланиями, адресованных полосатому хищнику. Вы знаете, второй год проходит форум, посвященный сохранению амурского тигра, и мы предложили ребятам сделать такой, перекинуть такой мостик от детского форума к взрослому, и придумали вот такой мега-мастер-класс с нашими выдающимися художниками, и каждая делегация, которая приехала на форум, рисовала тигра. Но сначала дети посмотрели фильм о проблемах исчезновения популяции этого животного, и потом разделились на группы. Одни рисовали тигра, а другие писали, как вы видите, письма этому тигру. У нас получилось 90 замечательных работ, которые сегодня представлены здесь. Мне кажется, это здорово. Картины были созданы юными художниками на мастер-классе «Амурский тигр» в дни Международного детского культурного форума в Москве, где участвовали и юные приморцы, 7 юношей и девушек. Выставка проходит в кампусе Дальневосточного федерального университета в рамках 7-го Восточного экономического форума. Анна Дьякова, Олег Завялов, новости на 8-м.